Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Ша и Веси, Здравейте. Которую вы уже знаете. И Веси сегодня будет нам готовить да. болгарское блюдо под названием солен кекс. Соленый кекс. Это очень вкусно. Нам нужно для этого, Веси, назови, пожалуйста, какие ингредиенты. Четверть сирени 250 грамма, одна чаша мляко, чаша и половина, три яйца, три чаши брашно. Брашно это, ну сейчас я переведу. Да, один бак повер, одна чаша олю и около 200 грамма маслини. Угу. Итак, значит я и сейчас... И супена ложечка сода бикарбонат. Да, я переведу. Там, значит, смотрите, я перевожу, нам нужна чайная сода. Угу. Полторы ложечки, да? Половина. Половина ложечки чайной. Сирени. Около 200. Около 200 грамм. Да. У нас здесь 250, даже 270 грамм. Да. Нужно полторы чашки, чаша и половина, да, кислого молока. Да. Бакпулвер – это разрыхлитель. Три чаши. Три чаши муки. Чаша, да? Одна чаша. Одна да. чаша масла растительного, три яйца и около 200 грамм маслины. Около 200 грамм маслины. Тут 250, ну будет. Да. Тувая мерка-то. Такая чайная чашка, чайная чашка да. мерка. Угу. И это запачиваем. Да, и начинаем. Да, и нам нужна еще вот такая форма. Да. Вот такая форма для... выпекание. А мы будем смазывать маслом или это здесь бумага? Я не залепываю, что можем малку досложим. Оно не приклеивается, это тесто, этот кекс, но можно немножко на всякий случай малку, смазать. Да. Ну, мы посмотрим. Да. Итак, начинаем. Започваме с сирени. Хубаво го намачкваме. С вилицата. Вилочкой размягчаем сирени. Он очень легкий. По-болгарски очень интересно звучит легкий. Как будет? Многое лесно? Лесен, да. Лесен, это значит у нас лесный немножко по-другому перевод, слово, да? А сейчас у нас вот здесь многое лесно, это значит очень легко. Три яйца сюда идет. Смотрите, как красиво, да? Вообще белое, желтое. Барками. Следующий момент это сложим кислое мляко. Да, следующее складываем сюда кислое чаша молоко. Чаша и половина. Да, чаша и половина. И хочу сказать, что у нас в России нет такого кислого молока, как в Болгарии. Вот это кислое молоко содержит единственную в мире бактерию да, молочно-кислую. Булгариком. Да, булгариком. Бактерия молочная, которая живет только в Болгарии, больше нигде. Очень полезная вещь. Но мы можем заменить ряженкой, простоквашей. В конце концов, можем заменить даже, может быть, кефиром. Хотя, вряд ли. Наверное, ряженка и простокваша больше подойдут. Угу. Только слагаем. Да, вот, сложили все. Слагаем содата. Теперь идет сода. А светка на рука. Вот так вот насыпает Веси на руку. Ну, приблизительно чайная ложечка. Да. И разбарквам. И разбарквам. Это значит размешиваем. Представляете, будете учить еще и болгарский язык тут с нами. Разбарквам. Представляете, какое красивое, точно передающее действие. Брык-брык. Слово брык-брык. Да, брык-брык. После. И складываем масло растительное. Вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И сюда так, его. Так. Вот. Поэтому... И вот так вот сюда. Совсем видите, мазнина и... на... Сюда немножко даже хватит да. то, что стечет с этой чаши.
И вот так мы размешиваем все. Такахубаву. Такахубаву. Это значит вот так. Хорошо. Хубаву это хорошо. Теперь складываем маслинки. Маслинки могут быть черные, конечно. Могут быть зеленые. Мы сегодня купили зеленые, ну, без косточек, конечно, должны быть. И какое количество искаш, повече или помалку? И какое количество нам нужно? Сега следва брашно. В эту же чашечку, да? Да, в эту же чашу, да. Да, так. Сышта-то чашка. Мерка-то одна и сышта. Да. Мерка одна и та же у нас должна быть. Чтобы все было нормально. Нормально. Угу. Хватает нас муки? Нормально. Хорошо. И только слагаем в брашно. Вот так. Ага, видите? И в одну последнюю чашечку с мукой мы откладываем. Сюда мы складываем разрыхлитель. Угу. Целый. А, у нас чуть-чуть, кстати, он не целый. Там немножко в нем отсутствует. Я думала, нужна чайная ложка. Нет. Целый должен быть. И слагаем его установку. И сюда еще вот это, да. Хорошо. Угу. И бырк-быркамы. И бырк-быркамы. Это значит, мы мешаем. Видите, похоже на такую соленую шарлотку. Вот я так делаю шарлотку. Вот, как только у меня там яблоки или сливы, или еще что-то. А весь вот так делает соленый кекс. Замечательный вид, замечательное блюдо. У меня уже слюнки текут, потому что я пробовала. Весь нас тут балует вот этими вещами. Да, очень вкусно. И замечательно выглядит. Замечательно. Това е. Няма друго. Леко тук. Так, теперь мы что делаем? Мы теперь размазываем. Да. Немножечко смазываем. Мы совсем малко. Може и без мазнина. Ако не залепваш тенжерата. Това тесто. И вот так мы смотрим, как все выкладывается. Весь, а сколько минут должно быть? 30 минут если печь на первое ниво на печку. Значит, выпекается всего 30 минут на самой низкой, позиции. И включается, если это электрическая духовка, то включается и верх, и низ, да? И ставим в холодную духовку. Да. Ставим в холодную духовку. Вот сейчас, секундочку. Значит, я поставим, потом мы покажем вам, как это в духовке стоит. Давай. Итак, вот наша форма с соленым кексом стоит, и мы закрываем духовку. Да. Итак, дорогие друзья, вот наша Веси, и вот Веси и кекс. Очень красивые получились у нас, видите, маслинки, которые там в кексе. Наша великолепная Веси. Благодаря. Веси, спасибо тебе большое. Сейчас мы подождем, когда кекс остынет, и потом уже покажем его просто в разрезе. Да. Спасибо, Веси, большое. Моля, это значит, пожалуйста. Увидим. Да, еще увидимся и посмотрим попозже. Итак, дорогие друзья, наш соленый кекс готов. Веси убежала собирать чемодан, она завтра уезжает в санаторий. А мы разрезали, вот, пожалуйста, посмотрите, какой он красавчик и как красиво смотрятся маслинки. То есть это просто замечательный кекс, замечательное блюдо. И, пожалуйста, сирени, вот видите. Вы можете, я напоминаю, использовать брынзу. Любую брынзу, сербскую, например. Но здесь в Болгарии без сирени не обойтись никак. Итак, дорогие друзья, я вам желаю приятного аппетита и, конечно, красоты, здоровья и удачи. Светлана Ша.